Итак, добрый день всем. Сегодня у нас 23 ноября 2016 год. Я нахожусь в поселке Суко. И сейчас я вам покажу, как пройти здесь к пляжу. Тут довольно-таки близко. Мы находимся в самом центре. Вон сзади меня, видите, какие живописные виды. Тут гостиница. Вот он, кстати, сам проход. Мы сейчас туда пойдем. Сзади меня вот горы. Красота. В общем, приятного просмотра. Также постараюсь к этому видео прикрепить карту, чтобы вы посмотрели, как, где и что здесь находится. Как сюда добраться. Как доехать от Витязева до Суко на машине, я рассказывал в предыдущем видео. Вы можете посмотреть его по ссылке на экране или в описании к этому видео. Будет на него ссылка. На маршрутке из Витязева мы садимся на 114-ю. Едем до улицы Крымской в Анапе, где пересаживаемся на 109-й маршрут. На ней можно также доехать до Кипарисового озера. На этой карте вы видите маршрут движения 109 по Анапе. Далее через Субсех и Варваровку она нас привезет в Суко. На Кипарисовое озеро надо выйти на переулке Речном. А для сегодняшней прогулки нам надо доехать до Чертового колеса в Суко. Далее мы пешком пройдемся до пляжа. Приятного вам просмотра. Не забудьте подписаться на мой канал. Спасибо. Так, вот, в общем, перекресточек. Я вам хочу снять на эту камеру панорамное видео, где мы находимся. Вот там, кстати, одно из самых старых заброшенных зданий, которые помним. Тут чертово колесо прямо на входе, так что вот такой ориентир может быть. В общем, трасса, это вот туда, куда сейчас машины поехали, направление движения в Анапу. В ту сторону у нас будет большой трещик. По пешеходному переходу мы переходим. О, смотрите, свадьба. Едет. Какая-то интересная свадьба, я скажу. Подождите, тут ее тормозят. Два хлопца. Смотри, я такую машину просто не видел. Пацаны танцуют. Нормальная такая. Ладно, это как карета, смотрите, новый вид лимузина. Офигеть. Ладно, двигаемся дальше, свадьба проехала. Я видел разные машины, но в виде кареты видел в первый раз. Здесь тоже куча точек, всякие вон пушки стоят, входы в рестораны. О, пацаны громче, чем свадьба, радуются, им там денег дали. Народ тоже продолжает торговать еще. Пытаются поймать, наверное, последних клиентов. Ну, хотя на Кипарисовом озере сегодня было, есть видео этого на моем канале. Можете посмотреть. Там тоже очень красиво. Там люди были, гуляли потихонечку. Вино, столовая, работа. А, столовой нет. Винная точка работает вовсю. Ну, он уже, я вижу море, наверное, один из самых коротких проходов будет в моей коллекции на море. Солнышко светит. Время сейчас 3 часа дня. У нас сегодня довольно-таки тепло с утра было, там 0-1 где-то. На Кипарисовом озере там местами было в тени, где за деревьями лед даже. Ну, я как бы уже в конце расстегивался, потому что было уже жарковато. Фотографии, которые я там сделал, тоже можете посмотреть в моем инстаграме. Юраус. Подписывайтесь на него. Буду рад подписаться на вас в ответ и ставить на все ваши фотографии лайки. Взаимно, так сказать. Так что жду вас там. Девушка на велосипеде поехала. Слишком, наверное, большое расстояние. Пансионат Ивушка. Вот так вот невзрачненько это выглядит. Тут Суко, мало места, один проход. Я даже не могу представить, сколько здесь стоит точка торговая. Если кто-то знает цены, напишите в комментариях. Думаю, интересно будет не только мне. И вон оно, море впереди.
Вот это все идет тоже стройка, постройка, застройка. Вон строительный покрыш. Металл конструкции варит. Ветерка нету. Погода просто отличная. Кайф, можно сказать. Все тоже имеет, ну, довольно хотя бы чистенько, хоть и заброшенный вид. Всего лишь буквально за 5 минут от дороги уже дошли до моря. Ну, с укосом по себе, там между ущельем вытянутым. Далековато, там километров 6 можно проехать, по-моему, если не больше. О, смотрите, как красиво. Обрыв горы. Там находится, кстати, пансионат Смена. О, смотрите, какая киса. Кс-кс-кс. Еще одна. Елочки, за ними вот второй обрыв горы. Сейчас я до конца этого забора дойду и сниму более красивые виды, как оно выглядит. Вот, впереди блестит море. Такая тишина, безмятежность, людей нету. Я представляю, что тут творилось летом. А вот как мы залезть вот на эти горы еще. Там, смотрю, люди вон гуляют. Многие просто спрашивали, как выглядит пляж в Суко. Думаю, этим видеороликом я отвечу на ваши вопросы. Кругом заборы. Но пляж тут не перекрыт, это я точно знаю. Можно спокойно выходить и купаться, то есть с этим проблем нет. Вид, конечно, тут живописнейший, просто, наверное, красивейший из тех, что можно себе вообще представить. Очень красиво все смотрится. О, море ближе, появляются бутылки, мусор всякие разные. Здесь, кстати, вот по правой стороне там еще речушка впадает, сколько я помню. И здесь очень глубокое море. То есть сразу буквально на береге начинается глубокая вода. Как бы кажется, что вот так вот мелко-мелко, но все не так просто. О, это мелкая галька, что ли. Имитация песка. Смотрите, в общем, панорамочку вам покажу. Закончилось место у меня на SD-карте, перешел на память телефона. Хочу вам показать море Суко, как оно выглядит. Большая панорамочка. Очень красиво. Рыбак только что там что-то поймал. Так вот выглядит водичка. Она сейчас солнце преломляет, но она очень-очень прозрачная, потому что море не бушует, так что красота, чистота. У меня есть в планах интересная такая задумочка, взять, пройти от Анапы, дикого, ну, как каменного пляжа, и дойти до Утрища и снять все это на видео. Можете написать, кстати, что вы об этом думаете, если желание посмотреть такой ролик. Там 13 километров, думаю, очень много времени займет. Зато я, честно думаю, будет интересно. Потом летом многие смогут повторить. Чуть-чуть море вам в ленту. Такая вот красота.
общем, огромное спасибо всем тем, кто посмотрел еще один мой видеоролик. В последнее время их выходит очень много. Надеюсь, вас это устраивает. Не забывайте делиться ими со своими друзьями. Ставьте лайки, размещайте на своих страничках, пишите комментарии, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте, Инстаграм, везде, где только можно. Буду вам за это очень благодарен, чтобы все мои труды проходили хотя бы не зря, чтобы вам было интересно приезжать к нам. Витязь, Анапа, вот теперь Суко добавляю в свой как бы трек-лист на YouTube. В общем, всем спасибо, до свидания, хорошего настроения. И на прощание вам такую вот небольшую панорамную съемочку. Все, всем пока-пока.